Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. Наш завтрак можно плавно перевести в ужин. Для этого мы можем с вами все это сохранить. Переливаем в баночку. Накрываем крышечкой и ставим в холодильник. Итак, у нас с вами получился целебный завтрак. Один из вариантов целебного завтрака с клюквой. Значит, что он дает? Многие из нас жалуются на то, что у нас не хватает жизненных сил, особенно начало весны, середина весны, зелени нету, а витаминоз и т.д. и т.п. Где брать витамины? Встает вопрос. И причем не какие-то там витамины аптечные, а полноценные. Пожалуйста, вот оно, проросшее зерно. Полное витаминов группы В, которые ведут все процессы в нашем организме, оздоровительные. Витамин А есть, есть. Витамин Е, который дает потенцию мужчинам, женщинам, позволяет вынашивать здоровое потомство без всяких последствий, там, знаете, сохранения или еще. Вот что нам сохраняет. Представьте себе, плод нуждается в жизни. Где ее взять? Из маминого организма? Нет, вот отсюда все пойдет. И такой ребеночек будет, хо, одно заглядение. Далее, опять-таки, если возвращаясь к женщинам, которые кормят, которые вынашивают деток, ногти, волосы, кожа от беременности, от грудного вскармливания у нас портится, вернее, у них портится. Почему? Да потому что все отдается через молоко нашим любимым деткам, а мамам, нашим красотулечкам, не хватает. Пожалуйста, творожок кушаем, зубки будут целые, кожа красивая, волосики блестящие. И все это в нашем завтраке, который вкусно и хорошо идет. Потому что так творог многие не любят. Говорят, ой, он кислый, он неприятен, он там застревает во рту. В нашем этом целебном варианте завтрака он идет великолепно. Наконец-таки мы хотим не болеть простудными заболеваниями. Ни ангинами, ни какими-то там кариесами. А что для этого делаем? Да практически ничего не делаем. Только конфеты едим, да чай или кофе сладкое пьем с булочками, которые как раз и способствуют этому. Мы с вами сюда добавили клюковки. Клюква великолепный бактерицидный продукт, чистящий нам кровь, особенно препятствующий развитию различных гинекологических заболеваний, заболеваний предстательной железы у мужчин, вот, заболеваний там, печени и почек. Хорошо утоляет жажду, потому что как только мы сладкий напиток, который какой-нибудь выпьем, сразу же у нас начинается еще хочется пить. А здесь он кислый. Тем более кисломолочное. Ничего нам не хочется пить. Мы великолепно утолили жажду. При этом еще оздоровили свой собственный организм и укрепили его. Как вкусно! Если бы вы знали, приготовите. Кстати, все это можно сделать самостоятельно. Вы здесь не видите во время приготовления завтрака ни консервантов, ни закрепителей, ни подсластителей, ни еще чего-нибудь. Вы все делаете своими собственными руками с любовью. И это
дает потрясающий оздоровительный результат.